В этом году Национальный олимпийский комитет отмечает свой 30-летний юбилей. В Алматы по этому случаю прошло торжественное мероприятие. В преддверии празднования этой даты члены Олимпийского комитета побывали во всех регионах страны, чтобы лично поблагодарить и отдать дань уважения выдающимся спортсменам, ветеранам спорта и тренерам за их большие достижения в спорте. Их наградили юбилейными медалями и дипломами. Олимпийское движение в нашей стране имеет богатую историю. За годы суверенитета отечественные спортсмены принесли много побед. За этот период мы участвовали в 7 летних Олимпийских играх, 8 зимних, и наши спортсмены завоевали 79 медалей, из них 15 золотых. Это говорит о том, что 79 раз поднимался флаг нашей страны и 15 раз звучал гимн страны. И мир узнал о Казахстане через спорт.